Всем привет! Наконец-то в наших трендах что-то от наших рокеров. Причем неплохая песня. Я сходу ее вот сейчас только, можно сказать, услышал. Прям прослушал пару раз, все моментально подобралось. Подобрал солячок, солячок слепил вместе с боями. Вот такие способы игры. Очень, короче, интересный разбор. Все так намешано, сложно, но... Для новичков будет простой разбор в конце видео, конечно же, где простые способы, просто на аккордиках мы ее сыграем, чтобы вы могли ее спеть. А потом для вас будет это, ну как сказать, стимулом сыграть ее вот этими мощными всякими вариантами. Обязательно напишите комментарий под это видео, чтобы в стрим, когда у нас будет в четверг, выиграть вот эту подушечку. Одному из комментаторов она попадется. Ну и, соответственно, по возможности просмотрите этот видео от начала до конца несколько раз. Переходим к разбору, а после разбора я, может быть, какие-то вещи поясню, которые не очень интересно будет рисовать. Христос прозябает под следствием, ждет вердикта 2000 лет. Алчная власть, стихийное бедствие, ад, из которого спасения нет. Дождь из пепла льется из глаз, черная бездна смотрит на нас. Дальше не будет дороги другой, если ты в пекло, я за тобой. Происходит внутри. Дождь из пепла льется из глаз, черная бездна смотрит на нас. Дальше не будет дороги другой, если ты в пепла, я за тобой. Льется из глаз, черная бездна смотрит на нас. Дальше не будет дороги другой, если ты пекла, я за тобой. Давайте я быстро объясню, как играется основное соло этой песни, потому что его легче объяснить, чем нарисовать. Дергаем тонику, дальше делаем слайд с третьего на восьмой лаз второй струны. И еще раз дергаем вторую струну. Дальше. Hammer on, hammer off. С четвертого на пятый лад и назад на третьей струне. И дальше. Два раза на первом ладу. И один раз нулевой на второй струне. Вместе. И теперь вместе с аккордами.
Здесь делаем на С вниз, вниз, вверх, на ноту Си. И вниз, вниз, вниз. Идем по шестой струне. Вот так. Еще раз все вместе. Вот так я соединил это соло вместе с основной аккордовой темой. Сейчас давайте сыграем простым способом для новичков. Новички могут сыграть это боем из шестого урока. Вниз, вниз, щелчок, вниз, вверх. Вот, два раза на аккорде Е, один раз на аккорде С и один раз на аккорде H7. Если вы уже берете барре, то, конечно, лучше брать не H7, а аккорд H. И получится вот так. Христос прозябает, под следствием ждет вердикта 2000 лет. Алчная власть, стихийное бедствие, ад, из которого спасения нет. Дождь из пепла льется из глаз, черная бездна смотрит на нас. Что произошло в припеве? В припеве я остался на том же самом бою, просто первый удар я начал бить всеми пальцами, а не большим. Автоматически появился такой взрыв. То есть простой способ, но, видите, немножко разный получается. И тем самым прикольный. Все, занимайтесь. Ссылка на уроки с нуля до самого вот этого продвинутого уровня бесплатная наша школа в описании. Обязательно просмотрите это видео пару-тройку раз. Спасибо вам за это. Пока.